Самая древняя в мире профессия меняла моду. Казалось бы, заголовок для желтой прессы, но проституция и вправду внесла огромный вклад в то, что мы с вами сегодня носим. И далеко не все ее представители считались низшим классом. Они работали в храмах, владели знаниями, почитались на пирах и были вообще-то еще и гордостью семьи иногда. Разобраться в этой запутанной истории нам поможет Екатерина Андреева, историк, искусствовед и автор проекта «Я энд арт». Привет, Кать. Привет. Тема у нас такая животрепещущая, щекотливая, особо впечатлительных поборников нравственности просьба, может быть, как-то этот выпуск не смотреть, а послушать. Опять же, но особо любопытных, конечно же, я призываю, мало того, что посмотреть этот выпуск, еще и поставить лайк этому видео обязательно уже сейчас и подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Насколько часто дизайнеры, по твоим ощущениям, обращаются к теме проституированных женщин? Такое мы встречаем. Один, пожалуй, из самых ярких моментов вот недавнего, так скажем, времени. Это был показ Louis Vuitton 2013 года, и там больше всего вызвал вопрос именно фильм, который создали для этого показа, для презентации. Там, где показывают вот именно женщин, ночных работниц. Их сначала показывают, как они ходят по городу, по Парижу, и там, в принципе, их деятельность более чем легко читается, а потом их показывают еще и в машинах, как они, ну, якобы оказывают услуги. И это был огромный резонанс, потому что роли вызвали не девушек, которые относятся к этой культуре, mm-hmm. а вызвали все-таки известных моделей. И это тоже было очень резонансно, это было очень скандально, и этот показ очень долго обсуждали. Но он удался, о нем говорили, что важно. Да, но мне кажется, это не единичный вполне случай, и я думаю, в той или иной степени дизайнеры все равно касаются этого образа. Может быть, не в каком-то таком полноценном прочтении, но частично какие-то, может быть, слишком откровенные элементы, это всегда имеет какую-то ассоциацию, правда, с работницами древнейшей профессии. Ну, с одной стороны, это может быть просто ассоциации, то есть все в нашей голове и все в меру испорченности. Но с другой стороны, конечно, такие элементы, как, например, те же самые корсеты, с одной стороны, их можно соотнести там, с эпохой барокко и более поздними временами. С другой стороны, конечно, это элемент, который был достаточно популярен и в ходу у куртизанок, ну и у дам, которые могли себе позволить это и одновременно зарабатывали оказыванием своих, там, например, постельных услуг. Плюс еще, например, очень популярный элемент гардероба – это обувь на высокой платформе. Понятно, что у нее очень много разных, так скажем, предпосылок. Например, там в Древней Греции в театре использовали. Но есть также, например, чупины, которые были очень популярны в XVI веке в Венеции. И их носили как венецианская аристократия, так носили и куртизанки. И вот в конце XVI века благородные дамы предпочитают mm-hmm. отказаться от чупинов и начинают предпочитать, например, классические каблуки. Позаимствовав их у мужчин своих. Ну, там по большей части мужчины будут носить роскошные туфли, поскольку женские платья длинные, они их прикрывают, поэтому самые роскошные туфли на каблуке изначально мужские. Но да, они начинают носить такую обувь. А куртизанки некоторое время еще будут носить именно обувь на высокой платформе. Причем, опять зачем же... она им, кстати? Там какой-то функционал был? Ну, конечно, там было два функционала. Один практический, другой, опять же, вот визуальной репрезентации. А практический очень простой в том плане, что Венеция – это портовый город, это 16 век, это немножко грязно, и поэтому ходить на высокой платформе нужно было для того, чтобы не запачкать подол платья. А с другой стороны, это, конечно, такой социальный элемент, то есть чем выше платформа, тем можно было показать более свое высокое социальное положение. Но благородные дамы ходили, например, с прислугой, со служанками, которые mm-hmm. помогали им ходить как раз очень аккуратно и очень изящно. А вот у куртизанок они как-то вот по-своему пытались передвигаться, причем мы встречаем как вот такие совсем невысокие, например, чупины, так и на картинах мы встречаем подобные варианты, и, конечно, такие же доходят и до наших дней. Как вот на таком передвигаться, это большой вопрос. Так, но если мы заглянем вообще еще чуть-чуть пораньше, чем Венеция 16 века, в какой момент вообще история зафиксировала девушек и женщин легкого поведения? Ой, это очень древняя история. То есть проституция на данный момент... Почему это называется древнейшая профессия?
Ну, по поводу древнейшей профессии понятно, что можно поспорить, потому что... И найти что... еще более древние, да? Да, да, да. Ну, я бы, наверное, сказала так, что древнейшая профессия, тут со мной, возможно, многие могут не согласиться и написать другие варианты, но, если я не ошибаюсь, все-таки древнейшей профессией можно назвать охотников. Но это мы относимся к первобытным временам. И там тоже, в принципе, постепенно зарождается проституция как гостевая. На данный этап, ну, это делали и античные философы, это делали и ученые средневековья, они пытались выявить, что есть проституция, как мы ее можем классифицировать и определить. По идее, это продажа любви физической за что-то. Не обязательно за деньги, это может быть обмен, и неважно ее причина этой продажи, то есть это не всегда для удовлетворения какого-то желания. Так вот, древнейшие ее формы — это гостеприимная проституция, это храмовая проституция и уже такой коммерческий вариант проституции, когда это происходит за деньги. То есть самый древний вариант мы встречаем еще в каменном веке, но у нас точных данных, конечно же, нет. Гостевая – это как? Гостевая – это когда у вас есть племя, и приезжает какой-нибудь, ну, не гость, это тогда племена, то есть появляются какие-то другие племена, и для того, чтобы наладить контакт, там, например, могут давать своих там дочерей, сестер. Но, опять же, этот момент очень плохо исследован по одной простой причине, что у нас нет письменных данных никаких и памятников, поэтому это такие предположения являются. А храмовая? Храмовая проституция была популярна в Древнем Вавилоне, это территория Месопотамии, в Древнем Египте, и вот в Вавилоне она была достаточно хорошо развита, и об этом даже есть сведения, которые записывает Геродот. Ну, тут можно верить, можно не верить, Вавилон... Вавилонская блудница, это же... Ну, не, это к Библии относится. Это другая история. Вавилонская блудница — это скорее такой образ города блудящего. Вот. А в Вавилоне это абсолютно такой элемент государственного характера, и об этом пишет Геродот. Он, конечно, пишет это с ошибками. Он говорит, что это культ Мелит, но это культ Белит. Там есть такие вот нюансы. Что происходило? Девушка должна была отдать такой, скажем, долг родине. Она должна была прийти в храм. Храм, причем специально перед этим... перед ним площадь разлиновывали веревками, она там садилась, и приезжали какие-то иностранцы, которые могли кинуть самую разную сумму там, золотом или какими-то драгоценными материалами, и она должна была эти деньги, так скажем, отработать. Это совершенно не было постыдно. На площади вот где-то? Не на площади, то есть вот ее брали и все, и уводили. А, понятно. После этого она уходила и совершенно могла остаться дальше работать в храме, могла уехать домой, но в Вавилоне, например, это было развито с той точки зрения, что девушка, вот работая храмовой, опять же, такой проституткой, но это... Такой элемент, он не порицался совершенно в те времена. Она могла себе заработать, например, на приданное. И семья к этому относилась совершенно спокойно. То есть, но это служение Богу было. Это было служение богам. Это было частью, опять же, государственного такого института. В принципе, некоторые элементы, связанные с такими барышнями, мы встречаем и в законах Хаммурапи. То есть законы Хаммурапи очень хорошо прописаны в отношении женщин, как там их защищают, что с ними делают. Но это не порицалось там. И у них это было хорошо развито. Как институт. Вообще, фокусироваться мы, конечно же, будем сегодня на том, что, собственно говоря, представительницы этой профессии не то чтобы подарили гардеробу современных женщин, а что они культивировали, наверное, так, и популяризировали. В том числе, вот мы уже сказали про чупины, про огромные платформы. И дальше мы двинемся в Древний Рим, Древнюю Грецию. Я так понимаю, что там как раз история начинает богатеть. Да, да, конечно. Это очень интересный такой пример. Наверняка зимой многие обращают внимание на отпечатки от обуви, которые следы. Остаются на, следу, на снегу. Да, да, да. Конечно. И можно там увидеть, я не знаю, какие-нибудь интересные протекторы. Там, конечно. Я не знаю, снежинки, подписи, может быть, у кого-то какая-то роскошная обувь. Да, да, да. Мне кажется, эти все протекторы еще и криминалисты очень любят, потому что можно сообразить примерно, кто же совершил то или иное преступление. Ну, вот одни из первых начинают использовать эту механику как раз... проститутки. Mm-hmm. Например, в Древней Греции тоже было несколько разных видов классов проституток. И вот, например, свободные проститутки для того, чтобы, ну, как-то находить себе клиентов, у них были специальные сандалии, на которых было написано «следуй». И так вот она могла пройтись где-нибудь, и ее потенциальный клиент мог увидеть, что... Ага, значит, она пошла туда, мне, наверное, нужно идти по направлению к ней. То есть использование следов как рекламная кампания, это вот как да, раз придумывают одни из первых именно гречанки. Да, такой, между прочим, хороший маркетинг-ход, я считаю. Почему? Очень, так он работал.
Плюс именно в это время девушки начинают носить уже более откровенную одежду. Они начинают наносить более ярко выраженный макияж. И плюс тоже у гречанок, то есть вот делать акцент на своей внешности начинают в Древней Греции. Это не всегда были гречанки, это были, например, девушки приезжие. Это были рабыни, ну, если они могли освободиться, потому что рабыни-то в основном работали в дегтярионах, то есть таких борделях официальных государственных. И вот есть интересный пример. Они делали огромный акцент на своих прическах. Это были такие шапочки-мешочки, и торчал хвостик. И вот такое мы можем очень легко благодаря этому идентифицировать, например, гетеры в древнегреческой керамике и в древнегреческом искусстве. Так, гетеры — это у нас какой-то хай-класс, да? Да. Проститутки хай-класс. Да, в Древней Греции были парнаи. Это девушки, угу. которые, ну, от этого считается, что происходит слово порнография. Парнаи – это как раз были рабыни, которые работали в дегтярионах, в борделях. Угу. Потом это свободные проститутки, которые использовали, например, следы. Башмачки. Да, абсолютно верно. И гетеры. Гетеры – это все-таки такой элитный эскорт, у них очень хорошее образование. Вот гетеры, конечно, в искусстве очень хорошо представлены. Они оказывали влияние на модные прически. Например, если это была какая-нибудь по типу Аспасии, Аспасия была гетерой и была любовницей видного древнегреческого политика Перикла. То есть она была такой женщиной ультракласса. Она влияла, в принципе, и на политику, как считается, mm-hmm. оказывала влияние. У нее, вот до нас доходит ее скульптура, где у нее такие что-то наподобие кос назад зачесываются, mm-hmm. напоминает чем-то дыню. И считается, что она вводит эту прическу, и за ней начинают многие повторять, несмотря на то, что она гетера. Но она же в это время одновременно еще и любовница видного политика. Mm-hmm. То есть оказывают влияние на прически, на обувь, одежда. Девушки одевались очень ярко, очень красочно. И, конечно, много украшений. Но вот ярко и красочно в Древней Греции это как? Это разноцветные ткани. Mm-hmm. Это разноцветные ткани, потому что одежда многослойная. Плюс, опять же, пытались вводить законы, которые бы запрещали тем же самым гетерам носить большое количество ювелирных украшений, того же самого золота. Но, например, на гетер, которые были гречанками, то есть гражданками, mm-hmm. очень часто закрывали глаза. И они, конечно, вот эту моду на такую роскошь и изобилие они очень активно вносили. Так, с Грецией понятно. Значит, гетеры были, что называется, номер один. Да. А Древний Рим? Древний Рим, там, наверное, пожалуй, проституция достигает своего апогея, потому что вариаций проституток было огромное количество. Но самые такие видные – это Банай Меритрикс. Это женщины, которые, ну, что-то, можно сказать, наподобие гетер. Угу. Они были еще богаче, они носили прям много на себе золота, а еще ко всему к этому они передвигались на носилках. То есть это специально поднимали слуги их, и они вот так вот полулежа курсировали по городам, по городу, по улицам. И это вызывало такое восхищение, это ведь еще не только привлекает внимание потенциальных клиентов, но это от этого пахнет так вот дорого, роскошно. И поэтому очень многие римские женщины из богатых семей, из благородных семей, они хотели этому подражать, и они тоже начинают передвигаться на этих носилках. То есть, конечно же, служительницы древнейшей профессии, назовем это так, они оказывали влияние на не только государственный климат, а на городской климат, как будет выглядеть город, как он будет регулироваться. И, конечно же, на внешний вид женщин, потому что они понимали, что да мы тут как-то очень скромно одеваемся, у нас тут платки идут обязательно, и были плюс в Риме законы, это для всех распространялась еще в Римскую республику, которая ограничивала количество золота на женщинах. А тут вот, видите ли, гетеры, они себе могут позволить mm-hmm. ходить все в кольцах, в браслетах, в ожерельях. Это исключительно было с целью демонстрации своего богатства. То есть... С целью демонстрации богатства и что она берет. Ну, как бы у нее высокий чек, что она может отказывать, например, своим клиентам. Нищим. И, конечно, привлечение внимания. То есть эти женщины в первую очередь тратили очень...
Во-первых, давайте, ну, признаемся все, когда появляются деньги, хочется выглядеть хорошо, хочется выглядеть роскошно, и начинаем показывать, что вот я такой молодец, у меня красивые тут вещи. Этим женщинам точно так же хотелось быть красивыми в первую очередь. Они за счет своей работы это себе могли позволить. Важно понимать, что в течение истории женщина любая не особо занимает высокопоставленные посты и может зарабатывать деньги. Она преимущественно является, грубо прозвучит, но придатком к мужчине. Mm-hmm. И если муж ее какой-нибудь видный деятель политический, то да, она может себе что-то позволить. А тут женщины сами себе это зарабатывали и сами могли себе что-то позволить. Это, ну, ведь такое приятное чувство. И, конечно, многие женщины благородные пытались подражать и им, потому что, ну, это просто показатель того, что ты хорошо живешь в первую очередь. Mm-hmm. Помимо какого-то богатого украшательства, носилок, ярких одежд, жрицы любви, еще какие-то познавательные знаки оставили после себя? Да, есть такие моменты. Это связано с волосами еще mm-hmm. раз. То есть один вариант – это когда Аспасия вводит новую модную прическу. Другой – это то, что у куртизанок должны были быть светлые волосы. Они должны были носить либо парики, либо красить свои волосы. Это хорошо встречается... описание Мессалины, супруги древнеримского императора, которая вела крайне интересную свободный образ жизни. Да. И вот там есть такие строчки, я их полностью не процитирую. Но она ведь это делала не из-за нужды, как бы, не для того, чтобы деньги заработать. А ей это как раз о том, что время это достигает своего апогея. Ей сильно нравилось просто Ну вот ей нравилось, мужчины ей очень нравились до такой степени, что даже есть история, как она решила соревноваться с римской куртизанкой, кто обслужит большее количество клиентов за ночь. И, значит, куртизанка обслужила 25, а мисс Алина добила до 50. И вот есть история, как она ночью покидает ложе своего супруга, надевает на свои черные волосы белый парик и бежит туда, в лупанарии, обслуживать клиентов. А чем же красили волосы вообще в то время? Это очень много вариаций. Во-первых, можно было надеть парик. Это все бралось, волосы остригались у варваров, у варварских женщин. Они обычно были белокурыми, потому что это как раз представители северных территорий. Делались из этого парики, делались парики из шерсти, но это уже подешевле. А если красить, тут вариантов много. Например, были такие шляпы, у которых отсутствовала как раз верхняя часть, и барышни выкидывали свои волосы и ложились и загорали, и ждали, когда волосы будут, ну, обесцвечены под солнцем. Mm-hmm. Плюс сверху можно было их полить, по-моему, это как раз лимоном, чтобы mm-hmm. лучше выгорали волосы. То есть вариантов было много. Порой даже их специально покрывали просто пыльцой для того, чтобы сделать более светлыми. Поэтому, ну, такой прям окраски mm-hmm. полноценной, как у нас есть сейчас, такой не было. Но вариантов можно было и растереть какие-нибудь пигменты, нанести в виде пудры. Можно. Но, опять же, это все было недолгосрочно. Либо ждать, когда они выгорят. Ну, такой эффект, эффект для вечеринки на один вечер. Как видоизменяется жрица любви в средневековье? Будет ошибочно считать, что древние времена, ну, например, то же самое средневековье, что оно стало куда приличнее, нежели Древняя Греция или Древний Рим. Совершенно не так. Нет, я даже так не считаю. Вот. Совершенно это точно. Все будет оставаться, появятся уже бордели, которые нам известны, ну, слово считается, то есть как раз на краю, что это изначально находилось, борт. То есть mm-hmm. у края. Это все будет оставаться, но там начнется отношение, конечно, более такое строгое. То есть вот этих гетер именно в Средневековье не будет. И многие города к концу Средневековья начнут жаждать маркировать куртизанок, чем только возможно. В каждом городе были свои варианты. То есть в Аугсбурге это была зеленая вуаль шириной в 2 пальца. А в Берне и в Цюрихе это была красная шапочка, или как это неоднозначно звучит, красная шапочка или красный капюшон. При этом его можно было скинуть, но все равно желательно, чтобы они его на себя натягивали. То есть в каждом городе это очень четко прописывалось, и прописывались штрафы. Что будет, если девушку заметили не соблюдающей эти правила? Также в Вене, например, что мы знаем, желтый шарф на плече нужно было носить шириной в ладонь и длиной в шаг. Причем, ну, шаг у всех разный, но все равно. В Лейпциге нужно было носить желтый кусок материи, непонятно где, но, вероятно,
приятно так, чтобы его просто было видно. Во Франкфурте это желтый головной убор, и при этом запрещали носить золотые украшения, запрещали носить бархат, запрещали носить дамаск и запрещали носить атлас еще. То есть, ну, запретов было много. В Страсбурге это должна была быть черная с белым шляпа, в Болонье нужно было носить капор с погремушками, это как раз такой накидывающийся на голову, ну, что-то наподобие капюшона, только mm-hmm. идет с каркасом. То есть у каждого города были какие-то свои отличительные элементы, по которым можно было определить профессию mm-hmm. девушки. Понятно. А если мы берем не отличительные элементы, а, в принципе, там, платье, не знаю, какие-то, может быть, какие-то призывающие соблазнительные элементы? Ну, к концу Средневековья барышня уже начинает все же выходить из борделей и начинает вновь зарождаться вот эта идея и индустрия с девушками, у которых хорошее образование, которые умеют поддержать разговор, умеют говорить на иностранных языках, угу. умеют играть на музыкальных инструментах, занимаются философией. Список можно перечислять угу. бесконечно. У них было образование, как у мужчин. И вот эти дамы начинают постепенно зарабатывать деньги. Они начинают носить более роскошные платья, начинают носить очень богатые. Чаще всего все упиралось в украшения. И это влияло на аристократию и подчиняло моду аристократии также заимствовать это из образа уже именно куртизанок. То есть аристократия смотрела, говорила, хочу так же. Угу. Еще у нее столько украшений. А мне нужно так же. Но это вечная конкуренция. То есть богатых людей и очень богатых куртизанок, которые привлекают к себе все внимание. Но очень важно понимать, что эти куртизанки привлекают к себе внимание не только своими украшениями, но в первую очередь своим образованием. И вот уже позже, в эпоху Возрождения, имена некоторых барышень мы даже знаем. Кто это? Мы знаем, это римские куртизанки, и это куртизанки Венеции. Сразу вопрос, почему? Все очень просто, потому что к эпохе Возрождения Рим становится таким центром, в котором очень много мужчин. Почему? Ну, это религиозный центр, где большая часть населения – это мужчины самого разного характера. И среди кардиналов было большое количество мужчин, которые, конечно, покровительствовали этим женщинам. Покровительствовали по самым разным причинам. Иногда это были их дочери. Иногда это просто были женщины, которых они уважали, потому что они занимались наукой, они занимались философией, поэзией. А в Венеции, потому что это портовый город, и там тоже очень много денег. Где много денег, там будет куртизанка обязательно. А по поводу имен, которые мы знаем. Например, в Риме есть улица, которая носит имя куртизанки, Фьяметте, которая названа в честь Фьяметте, которая была любовницей Чезаре Борджиа. У нее было какое-то сумасшедшее абсолютно наследство. И вот она была образована, она была вхожа в круги всей интеллигенции, всех образованных людей, все с ней любили проводить время, и не в интимном плане, а в плане пообщаться, что она может рассказать, какой-то свой взгляд на жизнь. Это первое имя, которое мы знаем. Другое имя – это Тулия. Что мы знаем об этой барышне, у нас даже доходит до нас ее портрет. Она была по канонам того времени не красавицей, но она была настолько хорошо образована, что, конечно, тоже была такой легендарной женщиной. Так-то сравнить мы, в принципе, имена вообще обычных-то женщин не особо знаем из той эпохи, а куртизанок вполне себе они известны. Известны порой даже их портреты. Как же они выглядят на этих портретах? Что их отличает? Их, конечно, отличает откровенный вид. Например, если мы обратимся к портрету венецианской куртизанки Вероники Франко, то мы можем увидеть, что одна грудь, ну, даже не оголена, но у нее идет такое очень глубокое декольте, и там видно слегка ореол соска. Ну, такие вот портреты были. Они их, конечно, отличали. То есть не просто декольте, а декольте на грани... Ну, уже за гранью. Декольте за гранью, понятно. С Венецией еще связаны какие-то у нас вот Вероника истории. Как раз из Венеции. Ой, среди ее возлюбленных был даже Генрих III. Это король Франции. То есть вот совсем непросто. Но венецианские куртизанки прямо отличались. Они были роскошные. У них были такие рогатые прически. Они носили еще такие головные уборы, чем-то напоминающие бублики. И у них было очень глубокое декольте. Но чем отличились венецианки? Вообще все венецианские женщины, ну даже вот не вот эти роскошные, хорошо образованные, а обычная классическая венецианская проститутка. У них в Венеции был свой собственный мост. А что они там делали? Они там оголяли грудь и поднимали платье.
Для проезжающих мимо гондол. Да. Это Понте дель Тетте. Это такая типа улица красных фонарей. Да, местная. Да, это прям мост. Район такой был. Ага. Да. Все, и они туда выходили. Мостик совсем небольшой, но он прям очаровательный. Во-первых, там большая такая табличка Понте дель Тетте. Это, ну, если переводить прямо на русский дословно, это мост грудей. Угу. Им там разрешали это делать. То есть это было совершенно, ну вот это их район, они там Легально все. Ну да, там они так завлекают к себе клиентов, переучивают кого не надо, если что. И самое занятное, это то, что этот мост еще и украшен в соответствии. Если к нему присмотреться, то на центральном камне внизу можно увидеть изображение, такой рельеф небольшой соска с той и с другой стороны. Вот так вот. То есть они влияют даже в итоге не только на моду, но даже на само архитектурное пространство города. Они на этом мосту стояли на вот этих делали вот так, на вот этих Чопинах. На чопинах, правильно? Еще ко всему прочему. Это, ну, уже, да. Это уже примерно то время. Да, 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 да. Это вот эпоха Возрождения. Плюс не только мост, например, поскольку проституция была, в общем, во все времена очень распространена, то очень многие предпочитали, ну а чего? Ну если это есть, зачем с этим бороться? Давайте это использовать. На налоги проституток в том же самом Риме ремонтировали дороги. Многие куртизанки отстраивали на свои деньги, например, какие-нибудь капеллы, либо отстраивали те же самые мосты. И это было не только в эпоху Возрождения. В Риме тоже есть мост, отстроенный на деньги куртизанок. Но это было и в античности. Храмы же тоже строились на деньги куртизанок, на налоги с них. Есть еще такой миф, что жрицы любви отучили людей мыться в банях. Так ли это? Это не совсем так. Это не очень правильный взгляд. Средневековье, во-первых, считать его немытым тоже будет совершенно неправильным. Бани были, в больших городах было очень много бань, сохранились и указы, сохранились и клятвы людей, которые эти бани открывали, что они будут их содержать в чистоте. Сохранились те же самые счета, сколько это стоило. И времяпрепровождение в бане, оно было очень распространено в Средневековье. У нас очень много миниатюр, которые показывают нам средневековые бани. Там люди не только мылись, но и проводили свой досуг. Плюс там же принимали еще бродобреи, которые могли оказывать услуги хирургов, так назовем. То есть пустить кровь, например, это очистить ее. И, конечно же, там работали и куртизанки. Но почему в итоге пропадает вот эта тенденция с банями, и что происходит с служителями любви? Когда начинается чума, то, конечно, обвиняют во всем бане, потому что там работают эти служительницы любви, это все неправильно, это все некрасиво, и только к концу Средневековья закрываются бани. Плюс начинается эпидемия сифилиса, но это прям самый-самый конец, это случится в конце 15-го, в начале 16 века, и все бани будут закрыты. Но сифилис почему-то не закончится. Почему? Да потому что французский король набрал себе армию огромную, и взяли они военных девок, с которыми они прошлись до юга Италии. Угу. А многие эти девушки, они оставались в городах и распространяли тот же самый сифилис. Поэтому, ну, нельзя сказать, что служительницы любви отучили от бань, но отчасти они стали причиной, почему эти бани закрыли. Куда нас дальше влечет за собой история наше путешествие по проституции? Но я бы еще как минимум чуть-чуть остановилась на Венеции. Есть отличная работа, потрясающая картина Карпаччо, на которой изображены две дамы. Так, там такие две уставшие барышни, обязательно, конечно же, с декольте, они сидят, вон так вот опираются роскошно, и там вот сбоку еще стоят высокие чупины, и вроде с одной стороны это может быть аристократка, а с другой стороны это может быть какая-нибудь богатая куртизанка. Искусствоведы начинают обращаться к разным деталям, там вот, мол, там голубки изображены, и с одной стороны вроде голубки белые могут быть и символом вот этой нравственности, чистоты, а с другой стороны голубки, это всегда они сопровождали колесницу той же богини Афродиты, богини любви. А Афродита была ведь и представляла как любовь такую небесную, божественную, так и земную, абсолютно плотскую, физическую. И вот все до сих пор спорят, это куртизанка или это аристократка. Куда мы перемещаемся далее? В эпоху барокко. Там-то, я думаю, вообще все цвело буйным цветом. Именно так. Причем есть ровно два очень противоположных климата. Это, например, то, что делает Мария Терезия, которая
ненавидела проституцию. Она очень жестоко поступала. То есть у нее была комиссия, так сказать, комиссия нравственности, когда отлавливали не только работающих девушек, но и тех, кто вызывал, например, подозрения. Их судили, их обливали дегтем, их брили, выдавали метлу и отправляли работать. Поэтому вот если вы в те времена могли бы увидеть на улице лысую девушку, которая метет, то вы могли понимать, что эта девушка прошла по статье как раз о нравственности. И совсем другая ситуация происходила, например, во Франции во времена того же самого Людовика XIV, у которого количество фавориток было невероятное. Так, если открыть список французских королей и их фавориток, там можно немножко потеряться в именах, потому что там такие полотна прямо идут. И вот тут ситуация совсем другая, потому что двор роскошный, двор богатый. Что начинают делать дамы? Во-первых, очень тонкая грань появляется между, ну так скажем, куртизанкой, то есть дама, которая находится на содержании у ее покровителя и там обычной проституции. Грань практически стирается, потому что ну, все барышни практически фаворитки. У всех очень глубокое декольте. Это приводит к тому, что в городе проститутки на это смотрят, и вроде глубокое декольте – это когда-то было ну, как бы нашей опцией привлечения клиента. В итоге, что мы видим на всех этих, там, каких-то, понятно, карикатура, она преувеличивает, но на всех подобных изображениях именно городского населения мы видим барышень, которые садятся именно на колени к мужчинам, что там очень, уже не глубокое декольте, а там просто грудь открытая. Ну, а что делать, если аристократия носит такое глубокое декольте, что дальше только уже полностью открывать грудь? Ну, вот так начинает влиять. Плюс это, конечно же, приводит к распространению сифилиса, и плюс в то время начинает постепенно оспа появляться в жизнедеятельности людей. Все это оставляет следы на лице. И тут появляются мушки. Конечно. И аристократия ее вроде с одной стороны носит для того, как тайный язык. Вот тут вот, тут меня поцелуй, а тут я на тебя обижена, не подходи ко мне. И как же на самом деле? А вот точно неизвестно. У большинства, ну, вообще считается все то, что мы видим, роскошные портреты, понятно, это заказчик, он платит, никаких осп на лице мы не показываем. Да. Заплатили, вот вам фотошоп того времени. Но считается, что у человека, у которого не было следов от оспы или любой другой болезни, якобы это человек, который вот озарен Богом. То есть вот что настолько это было редко. Поэтому вероятно, что за всеми мушками могло что-то скрываться. И этому просто придумали удобный еще и язык флирта. И вот если мы посмотрим на изображения, которые относятся к той эпохе, очень интересно сравнить портреты благородных дам с небольшими порой мушками и, например, какие-нибудь изображения по типу гравюры Уильяма Хогарта. У него есть целая серия. Это «Карьера проститутки», по-моему, называется его серия, где нам показывают, как девочка только приехала в тот же самый... В Лондоне тоже все было с этим. Прям цвело и пахло. Она только приехала, у нее чистое совершенно лицо, а ее встречает такая мамка, у которой уже лицо залеплено очень крупными мушками. И залеплено оно явно не для того, чтобы кокетничать с торговцами на рынке. Не показать, поцелуй меня сюда. Сюда же как раз не надо. Сюда нет, никуда свой. Не надо. Вот, да. И она уже вся в мушках. И заканчивается вся эта история тем, что постепенно у главной героини тоже начинают появляться мушки, у нее начинают появляться очень откровенные костюмы, платья, и приводит это все к гробу. То есть ну, вот тут уже грань, она так сильно стирается, потому что вот этот диалог аристократии и проституции, вроде, ну, проституткам-то нужно для того, чтобы клиентов к себе приманить, что у нас, смотри, что у меня есть. А тут уже не остается никакого ни секрета, ничего. То есть все совершенно на показ в эту эпоху становится. И вот в разных территориях Европы к этому очень-очень сильно разное отношение. Где-то их прямо отлавливают, а где-то, ну, существует и существует. А есть ли какие-то известные женщины, принадлежащие к этой профессии в этот период времени, о которых мы знаем? Мы не можем прям точно утверждать, что вот она, вот втыкать в нее пальцем, но есть очаровательный абсолютно портрет фаворитки Карла II. Там она сидит уже вот прям с открытой грудью, в таком неглиже, вот так вот, вот позирует. Это была Нелл Гвин. То есть такие примеры у нас, конечно же, присутствуют. Плюс, опять же, говоря о фаворитизме, когда барышня меняет постепенно своих партнеров, чтобы добраться до короля, ну, мы как это можем назвать? Можем мы это назвать проституцией или нет? Она продает свое тело за выгоду в коммуникации и общении для достижения своих интересов. Сложный вопрос, наверное, нет. Бывает проституция ради денег, как заработок,
а бывает как призвание. Между прочим, кстати, в средневековье считалось, что если это карьера, то ну, так и быть это может существовать, да. Хотя мы все это очень сильно осуждаем. Но если она получает от этого удовольствие, вот это прям грех совершенно непростительный. Слушай, очень тонкости, удобно, я считаю, тонкости. Прекрасно. Кстати, вот по поводу того, что грань очень тонкая, очень классно об этом сказал Казанова. Он написал так: «В наше счастливое время проститутки совсем не нужны, так как порядочные женщины охотно идут навстречу вашим желаниям». Поэтому их идентифицировать очень сложно. Но то, что это все взаимосвязано, очень глубокие декольте, очень сильно утянутые, очень пышные платья, очень пышные прически, роскошный боевой макияж, это все связано для привлечения внимания с коммерческой точки зрения или с точки зрения внимания самого правителя. В Российской империи ведь тоже были жрицы любви? Конечно. Куда без этого? Куда без этого? Без этого невозможно. Очень сложно это определить в допетровскую эпоху. Там, ну, скорее всего, они тоже были. Ну, не может же быть так, что Петр съездил в Европу, вернулся и привез новые платья, искусство и проституток. Да, заодно. И картофель. Картошку и проституток. Конечно, они были ранее, но просто сведений об этом достаточно мало. Но это начинает процветать, вот прям процветать с петровских времен, строительство того же самого Санкт-Петербурга. Это становится все очень-очень популярным. Век переворота. Понятно, женщины-правительницы у нас не очень жалуют барышень, которые выглядят лучше, чем они. Особенно к этому тяжело относилась Елизавета Петровна. Мне кажется, это, может быть, даже в тот момент мужская проституция как-то лучше, знаешь, котировалась. Если в отношении Елизаветы Петровны и Екатерины II, то вполне себе. Но они же, кстати, мужчины и правда, вот они прям расфуфыренные были. Посмотреть на портреты того же самого Орлова, например, там он прям вот такой весь роскошный и богатый. А по поводу проституции, да, ее в первую очередь в Российской империи не столько регламентируют, а пытаются с этим что-то делать. Открывают какие-нибудь заведения для того, чтобы их лечить, для того, чтобы не распространялись болезни. Понятно, это делается везде, но это то, что очень ярко представлено, например, у нас. Попытки какого-то исправления, какой-то помощи. И когда они понимают, что с этим бороться абсолютно бессмысленно, а уже во многих странах с проституцией пытаются бороться, то в середине 19 века проституция была узаконена. Она стала официальной в Российской империи. И начинают появляться билетные проститутки, у которых менялся паспорт на желтый билет. Да, да, точно, точно. Вот, появляются бланковые проститутки. Они были, это те, которые свободны, их поймали и выдали им бланк, что они должны отчитываться перед медицинской полицейской комиссией. И были еще барышни, которые, ну, прям совсем нелегалки, которые пытались прятаться. Но это было не очень хорошо. И они надеялись, что благодаря этому как раз полицейско-медицинским комиссиям, что они смогут это все отслеживать. Но, к сожалению, статистика показывает очень печальную тенденцию. Например, в самом начале 20 века количество официально зарегистрированных проституток и болеющих среди них сифилисом 50%. К 1914 году или 17-му, то есть, ну, вот спустя 10 лет с небольшим, тенденция увеличилась на 25%. Их стало 75% из официально зарегистрированных. То есть легализация, к сожалению, качественно не сказалась. И тут сразу вопрос, а что можно было сделать, чтобы это качественно сказалось? А для этого нужно обратиться к другой статистике. Там, где мы видим, из каких профессий девушки уходят в проституцию. Шествовали, так сказать. Да. Да. И здесь мы видим, конечно, что чаще всего это девушки, которые занимались уборкой квартир. Это горничные. Да, да, это горничные, это всякие прачки, белошвейки. Портные, портнихи. Да, все они идут в эту профессию, потому что там можно было заработать больше. И, если я правильно помню, салоны, да, образуются, значит, где набирают совсем юных девиц. Ну, салоны были разные, порой салоны были вполне себе приличные, где люди обсуждали литературу. Нет, как-то они назывались же. Дома терпимости. Да, да, точно. Дома терпимости появляются. Дело в том, что если мы говорим про Москву, то улица Красных Фонарей – это Сретенка. Сретенка была настолько злачным местом, что говорить, что ты живешь на этой улице, было стыдно. Все эти улицы переименовали.
Их можно mm-hmm. сейчас вот прям вот то, что район с рейтинги идет, там вот идут вот так друг к другу параллельно улицы. Да. Если гуглить каждую из этих улиц, то можно найти сразу же в Википедии ее старое название. Их переименовывали, потому что там никто не хотел жить. Это был... Дурная слава тянулась. Абсолютно. Там была жутко дурная слава. Архитекторы. Мы не можем найти даже архитекторов, которые делали там дома, потому что архитекторы такие тоже, что ну, я, конечно, могу построить, как бы деньги есть деньги, но вот авторство я оставлять не буду за этими проектами. Угу. И там до наших дней сохранился один из самых дорогих борделей. Он называется «Дом с кариатидами». «Дом с беременными кариатидами». Он в плачевном сейчас состоянии, и там над входом, точнее, по бокам, есть кариатиды. Они прям такие почти беременные. И считается, что якобы это было таким назиданием работницам, что как бы будь аккуратнее, а то вот закончишь беременной. Вот да, угу. да, 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 да. И там была самая высокая ставка по Москве, потому что по Москве, ой, по-моему, час стоил 5 рублей, а ночь стоила 10 рублей. А вот в этом борделе стоило 15 рублей. Очень дорого. Таких цен вообще нигде не было. А в Санкт-Петербурге? В Санкт-Петербурге тоже высокий ценник, потому что это тогда была столица. У них с Москвой плюс-минус одинаковые цены. А злачные цены. Места там были какие-то? Конечно, обязательно. Есть история про улицу Коломенскую, угу. как там прям писали жалобы о том, что там шумно, там вот невозможно. И тогда же все дома, которые строили, их не, квартиры не покупали, а их сдавали в наем. Это все доходные дома как раз. И было правило, что в один доходный дом можно селить только в 3 квартиры девушек такой профессии. Больше нельзя. Но селили все равно больше. Это было очень распространено. Ну и, соответственно, выход на покой в этой профессии происходил достаточно рано. Но это он вот то, что происходил... мы в Российской империи знаем зафиксированные какие-то исторические данные. Он происходил чаще всего из-за смерти. Uh-huh. Он такой выход окончательный из профессии. Uh-huh. Потому что, опять же, если мы будем обращаться к статистике, то основной возраст вступления в профессию очень юный по современным меркам. Это где-то 17-18 лет, самый большой процент. В 25-26 никто в эту профессию не идет, из нее уже обычно выходит. Куда можно было выйти? Можно было в 30 лет стать уже, ну, как бы заведовать всеми этими девушками и содержать. Какие-то отличительные черты жриц любви в Российской империи были? Выглядели ли они каким-то особенным образом? Если мы говорим про куртизанок дорогих, которые работали сами на себя, то есть не в доме терпимости, то чаще всего это были барышни очень богато одетые, очень роскошно и очень вычурно. То есть комбинация украшений была чрезмерной. А есть все же в те времена очень строгий этикет, когда, например, на вечер можно надеть платье открытое. В течение дня открытые платья особо не носили. Там же барышни прям много всего на себя надевали. И шапки дорогие, роскошные, и меха обязательно. И очень часто это не очень хорошо сочеталось, и по этикету это, конечно, было тоже не очень дозволительно. И вот за счет как раз украшений дорогих куртизанок их очень быстро определяли. И еще очень такой интересной деталью это является, как они себе искали клиентов. Вот именно дорогие барышни. То есть они снимали себе квартиру и давали объявления в газеты. Ну, порой можно было, что совершенно чистый, хорошо знающий там языки барышни, ищет себе приятное общение там за 5 рублей или за 200 рублей в месяц, например. А порой это было совсем завуалировано, что совершенно новая, роскошная ткань для мужского костюма за 5 рублей аршин, как бы подразумевалось, что это вот как раз на день. Может быть, такое сопровождение или на ночь. Mm-hmm. Ну, в принципе, мало что изменилось, знаешь, в Питере сейчас можно встретить похожие объявления, прям так висят, даже без аршинов и без всего, и без костюмов. Ну, там сразу имя, номер. Подытожим 20-21 век краткими тезисами. Во-первых, в 17-м эта профессия в Российской империи закончилась, как и Российская империя закончились. С билетами неофициально, с бланками неофициально, те, которые были неофициально, также и остались неофициально. Плюс само устройство государства в тот момент приводит к тому, что эти барышни начинают очень активно терять свою клиентуру, потому что еще не был сформирован такой институт, как институт ЗАГСа. Угу. Конечно, тут теория выпитого стакана воды, когда получить
получить интим так же легко, как выпить стакан воды. Угу. А дальше, в принципе, это начнет также нелегально процветать. И вот тут очень интересный феномен получится, когда данная деятельность, причем как, например, в российском кинематографе это будет прослеживаться, в западном кинематографе уже во второй половине 20 века, к 70-м, 80-м начинают появляться фильмы, где главную роль или эпизодическую, но тоже очень важную, начинают играть проститутки, самые причем такие, низкого пошиба. И то, как они одеты, порой вычурно, вульгарно, их макияж, их прически, вот эти меховые накидки, короткие, да. Голые ноги, высоченные... Или ботфорты. Абсолютно верно. Это начинает постепенно перекочевывать в моду повседневную, и не только повседневную, но и высокую моду. И такое можно встретить, например, с фильмом «Красоткой», то, как она одета именно в образе вот, проститутки. Он yeah. потом Или начинает Show использоваться. Girls, да. Например. Но из дизайнеров, кто ярче всего демонстрировал такую эстетику, пожалуй, наверное, это был Джанни Версачи, конечно же, о котором всегда говорили, что вот он одевает любовниц, а его главный конкурент на то время по степени популярности медийности Армани одевает Джо. Я понимаю, что мы не зря делаем с тобой сегодня этот выпуск, потому что, по моему мнению, проститутки в разные века, это все равно был такой маркер женственности. То есть мы с тобой пришли к тому, что практически в каждую эпоху проститутка выглядела чуть ярче, чуть наряднее, чуть, может быть, карикатурнее, чем среднестатистическая, приличная во всех отношениях женщина. Но это тоже обусловлено тем, что женщины на протяжении всей своей истории образование наравне с мужчиной получали только в том случае, угу. если там ее отец или старшие братья такие, а пускай она тоже будет у нас умницей. Но это исключение. Но это редкость, безусловно. То есть это обусловлено еще таким моментом. Не только, что вот эти женщины в силу того, что они любвеобильны, например, ну, грубо говоря, что поэтому они могут себе вот внутренне позволить выглядеть ярче или потому, что им нужно привлекать клиентов. Они есть по одной простой причине, что у женщин на протяжении практически всей истории не было возможности конкурировать с мужчинами ни в плане образования, ни в плане своей свободы и возможностей на там, политической арене или mm-hmm. даже просто на рабочем уровне. Это mm-hmm. очень редкие случаи, когда женщина могла там тоже чем-то управлять или что-то решать. Mm-hmm. Кать, спасибо тебе большое за этот диалог на такую щекотливую тему. Друзья, надеюсь, вам было интересно. Где-то, может быть, вы слегка подкраснели, знаете, но это, в общем-то, неплохо. И такие темы мы здесь тоже обсуждаем, потому что, как вы смогли убедиться на протяжении этого выпуска, что непосредственное отношение к истории моды, древнейшая профессия, тоже имеет. Я думаю, что мы будем продолжать встречаться с Катей в нашей студии чаще. Обязательно напишите, если бы вы хотели этого. Ну и вообще напишите нам свое отношение к той теме, которую мы сегодня затронули. Спасибо тебе большое. Друзья, я прощаюсь с вами совсем ненадолго. Увидимся в следующем выпуске. Пока.